Погодка самое то, чтобы выехать, поискать окаменелость. После дождя лужи далеко не проедешь. Вот наткнулся на такую кучу отвал камней. Сразу образец, если не следы от взрыва, то сигелярия окаменевшая, то что в уголь потом превратилось. Значит, следы тут, вот тут тоже такие, но они здесь идут беспорядочно, от взрыва такое не могло остаться. Как пушечник. Чего вот ракушечник? Песчаник, белый песчаник. Вот это прям темное что-то. Следы какого-то процесса геологического, не знаю. Ничего, вот ракушечник интересный. Дождь, вода, ветер, все дело сделали, камни превращаются в песок. И у них что-то видно. Или вот, например, здесь вообще как дерево видно. Ствол окаменевший. Залечь нельзя, камень большой. Да, вот куски дерева видно. Ну все. Дерево в камне.
кусок дерева в угле. Интересно, плавает.